Хейо, гайз, с вами Шоки, мы продолжаем пройдите игру под названием Диск Рум. Так, короче, мы отправляемся с вами... Куда мы с вами отправляемся? Вот сюда мы с вами отправляемся, в джунгли. Оранжерея она называется, здесь есть какой-то тип новых... Херни, разблокируйте различных сил. А, то есть я могу здесь вторую способность получить. А, ну правильно, я же еще не дрался с ними. Замедление. Не, ну мне кажется, здесь лучше, конечно, спринт. Эй, а почему время не идет? Почему время не шло? Я не должен попадаться в херню с остановкой времени. А ну-ка. Походу на то. Так, здесь один новый диск. А, это кнопка для начала боя. Так, карусель. Мы собрали. Трава зеленее. Здесь все, так, проживите 5 секунд. Да, видите, то есть... Она останавливает мне еще время. Когда я еще использую способность сам, я тоже замедляю себе промежуток времени. Психушка. Деактивировать, проживите 5 секунд. Проживите в целом 60 секунд. Окей. Ну, как 60 секунд здесь спрашивать, я... Даже не знаю. Деактивируйте... три блокиратора. На самом деле это легко. А, то есть я должен быть еще в круге. Проживите 5 секунд во всех доступных блоках. Стоп, а чё, у меня дверь заблокирована? Короче, как-то странно.
заросший блокиратор. Так, это босс, да? Так, а, подожди, здесь еще новые боссы. Wait. Это был уже босс, да? Где еще три типа? Карусели. Так, я не получил же ничего нового. О, туда я уже не пойду, потому что там уже другая территория. Прожить 5 секунд во всех доступных блоках. Деактивируйте... Короче, 5 секунд прожить. Так, все ж, да? Так, еще один новый какой-то вид должен быть. Так, большинство сдохло на 3/4 секунды. Да, ёлки-палки. Вот здесь лучше, да, замедление времени, походу, брать. Там был просто золотая версия.
Так, здесь я так и не понял. А, не, подожди, это я не прошел, да? 5 секунд. А, подожди, это походу она и есть, эта версия новая, которая от стенки к стенке прыгает. Да. Ну что, вот получается, мы прошли другую еще часть. Звездная карта. Смена ритма. Руками не трогать. Давайте попробуем звездную карту. Так, ладно, погнали, новые враги. Тормоз. Эти диски тормозят меня, но вместе с тем они подарили мне способность усмирять течение времени. Эффект длится недолго, но он может приблизить меня к дискам. Вьюн. Аномальная траектория движения. Траектория движения ломают голову над загадкой. Растительности. Как вообще что-либо может расти в этой агрессивной среде? Псих. Можно с уверенностью сказать, что между дисками и моими смертями есть связь. У дисков не только разные функции. Мне мерещится или у каждой свой характер. Вот это я не знаю. Мини-диск. Моя гипотеза была ошибочной. Мое выживание для дисков не важно. Впереди лишь череда неминуемых смертей, разбитой интервалами жизни. Мясорубка. Чем живее диск, тем мертвее я. Заросший блокиратор. Еще один блокиратор меня начинает беспокоить. Судьба коллеги. Задаюсь вопросом, нарушаю ли ее с жизнью связь так же сильно, как моя. А вот это что за мелкие? Тут даже показывают, что я ее встречал, но я не умирал от нее. Контактов 6. Очень быстрая. Золотой диск. Золотой диск кажется мне знакомым, почти метаморфичным. Отсутствие в этом блоке агрессивных дисков и неожиданное тепло приводит меня в замешательство. Золотой мини-диск. Можно физически ощутить кинетическую энергию этих золотых дисков. Так, подожди, я еще, получается, встречал. Ага, когда я версия уже идет обычная, мне нужно с ним встретиться. Так, здесь, да? Поехали. Да, ё-моё, мне нужно было дожить просто до 20 секунд. И на самом деле не очень так умею пользоваться дэшем.
издевается. Блин, тут прожить ни хера не стоит. Вот, все хорошо. Когда говорят за другой вид, какой имеется вид? Я встречал его раньше, значит где-то здесь. А, не, подожди, тут одна версия. Ладно, сделаем таким образом. То есть где-то здесь должен быть диск. И я его уже встречал. А, не, я его не встречал, точняк. 9 отскоков было. Заросшие останки. Мой взгляд приковала к себе вторая золотая сфера. Меня преследуют призраки. Воспоминания о моей миссии. То есть вот это вот такая, да, должна быть? Или я чего-то не понимаю. Вот она что. Стеной тормоз. Каждая смерть уничтожает меня. Мне сложно с уверенностью сказать, что происходит. Я изучаю диск из пучин космоса. Или он изучает меня. Ты не должен был проникать сюда. Ладненько, все, мы изучили это все место, только все равно остается вопрос, где вот это. Походу, вот этот диск, он находится как раз вот этой секретной локации, которая у меня закрыта. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.